Добрый божественный вечер. Привет, мои любимые. Как классно на улице. Солнышко где-то там зашло. Машинки ездят. Небушка чистая. Красота. Надо поужинать. Услышала, Харита. Я же не для тебя поужинать, для меня. Тебе вон супчик положила. Ешь. Не хочешь? Мясо выела, а супчик кто будет есть? Бессовестная собака, и не косись на меня. Кушай супчик. Кушай. Как хочешь. Я себе сделала творожок с молочком. Сделала себе какао. Такой у меня ужин, мои любимые. Сейчас покажу, что я сюда еще набаландила. Вот такую штучку, и это не реклама. Очень вкусно. Видите, вкус орехов. Короче, ешь творог и так, как будто бы с орехами. Так, вкусно. Ну, тут белок соевый. Очень-очень-очень вкусно. Сладенько, как будто ешь шоколад с орехами. С творогом. Харита не хочет суп. Хотя мясо куриное все выело. Хора, кушай супчик. Кушай супчик. Кушай, сказала. Кушай. С рисиком. Куриный бульончик. Не хочешь? Творог мой съела, даже не задумалась. Ой, не могу с тебя. Дурын, да ладно. Буду вкушать. Всем, мои любимые, кто вкушает со мной или посмотрит потом когда-то, приятного аппетита. Очень вкусно. Люблю вас. И Хариточка тоже.